Видите, мне делать нечего, заниматься нечем. Там трактор проезжает. Беларусь. А, это пу, не Беларусь, это этот. Не МТЗ, это другой какой-то трактор. Я уже забыл, как этот трактор называется. ЮМЗ, во! Всем привет, с вами Станичный Оптимист, и я решил отреставрировать саманную хату. Раз администрация не хочет это делать, я делаю это сам. Видите, сколько? По белке, я не знаю, сколько тут... Посчитайте, сколько тут слоев. Слоев 20, наверное. По белке сколько, а? Это саман, все, это саман. Сначала я стал отскабливать старую побелку от самана. Сначала мне лень бы это было это делать, но потом меня затянуло, и дело пошло веселей. Пришла мне эта идея абсолютно случайно, но я сначала подумал, ну а что старой хате стоять, такой страшной? Надо же хотя бы на старости лет привести ее в порядок, чтобы не она не была такой страшной под свои последние годы жизни. Поэтому я решил ее побелить. Позже, когда я ее побелю, я заделаю дырки в самане. Саманным раствором. Раз, два, три, четыре, пять, восемь слоев побелки. Может даже и 10 слоев побелки, я не знаю. Вот я и очистил старую хату от старой побелки. В следующей серии я побелю хату, и она будет выглядеть немножко красивей. Красить тут наличника вообще нет, я его оторвал. Наличник этот. Вот, ну, так вот получилось, значит. Да. То есть сам саман и вот это вот как штукатурка.